Друзья, всем привет! 11 марта сегодня. Выбрался я шестой раз на рыбалку с жерлицами. Сегодня такой вот денек классный. Солнышка нету, но вполне тепло. Слабенький ветерок дует. И сегодня я выбрался опять с ночевкой. Посмотрим, как получится. Ну что, я думаю, будет интересно. Погнали! Так, ну что, ребят, после установки жерлиц прошло уже порядка 3 часов. Поклевок особо не было. И вот первая поклевочка. Размот на всю. Сегодня с багром я. В прошлый раз был научен. Прикупил багор. Так, ну что, будем смотреть, кто тут у нас. Не понял. Нету что ли никого? Что-то непонятное, ребят. Да, по ходу дела никого. Ну так размотано. Блин, даже плотвицу особо-то и не потрепал. Странно. Странно. Ладненько, будем устанавливать, ловить дальше. Ребят, 2 часа дня с поклевками сегодня. Что-то совсем не густо. Не похоже на середину марта. Ну и тут опять без размота. Ну что, будем смотреть, кто здесь. Ой. Опа! Есть рыбеха, ребят. Ну вот он первый. Только б не сошел. О, нормально, нормальный. Вот такой вот, ребят. Ну ладно, начало положено. Лучше поздно, чем никогда. Классный такой судырь. Друзья, 6:30 вечера, с 2 часов, одна поклевка и та холостая. И вот сейчас подошел, вроде бы подкручивал. Так, неплохо довольно. Будем пробовать вытаскивать пациента. Что-то тут подзамерзло. Тут-то есть, ребят. Неужели? Размотал довольно прилично. Тут поддавливает даже. Такой вот судачишка. Ну пойдет, пойдет.
Тихо. Вот такой вот, ребят, на закате разбойник клюнул. Друзья, на закате прям какая-то раздача. Размоточка на всю. Багорик. Багорик беру с собой теперь. Новенький. Кто здесь пошалил? Кто-то есть. Кто-то есть, но не крупный, ребят. Ах ты, и выдернул со рта. Ёлки-палки. Жалко. Очень жалко. Блин, размотка на всю, но не крупный был судачок. Сегодня, кстати, уже не первый раз я так со рта выдергиваю. Так, что тут? Зацепился крючок за лед снизу. Да, жалко. Но ничего страшного. Так, есть у нас еще одна сработочка, ребят. И тоже размотал на всю. Ну, надеюсь, здесь хоть я не пролечу. Что-то есть. Опа. Что-то такое увесистое, ребят. Что-то такое там идет. А вот он, сударь. А, он зацепил соседнюю жерлицу. Вот разбойник, а. А я-то слышу сработка сзади. Ну, неплохой такой товарищ. Так. Вот такой вот красавец. Ну что, друзья, уже совсем стемнело. Нужно отправляться на берег. Денек выдался рыболовный так себе. Много очень холостых поклевок. Одна только реализованная. В 2 часа дня клюнул судачок. Ну, а остальное все на закате. 3 штучки удалось поймать. Сейчас покажу. Вот такие вот красавцы. Ну что ж, я пойду ночевать на берег. И увидимся завтра. Друзья, всем доброго утра. Такой рассвет у меня. Погодка сегодня
подморозило как-то конкретно, минус 8. Сейчас пойду выдалбывать жерлицы, потому что снега на льду нету, присыпать нечем было на ночь. И посмотрим по сработкам, что у нас. Итак, друзья, первая сработочка у нас ночная. Взял пешню. Я думаю, что тут проморозилось. Да. Как следует. Так, ну что, тянем-потянем. Ах ты ж, никого, ребят. Никого нету на первой сработочке. Но я вижу, еще есть две. Так, живца уперла. Будем смотреть дальше. Так, следующая сработочка у нас вымотана тоже на всю. Отколотим чуть-чуть. Подзамерзла. Что, и тут нету никого. Никого. Странно. И живца нет. Да. Так, и вот третья сработочка у нас береговая. Сейчас посмотрим. Тоже размот на всю. О, а здесь кто-то есть, ребят. А тут у нас кто-то есть. Ну неужели? Ах ты, исход. Ну ё-моё. Ну это вообще трындец какой-то. Обида. Так, ну что, ребят, еще сработочка у нас береговая. Будем смотреть. О, что-то кто-то есть вроде бы. Сейчас отдолбим. Да, кто-то есть. Лишь бы не сошел. А то эти сходы замучили, ребят. О, неплохой. Неплохой судачишка такой, ребят. Такой красавчик утренний. Зачет. Ну что, друзья, подведем итоги. 7 сработок с ночи. 1 сход из них и 1 рыба.
Результат, конечно, так себе. Холостых поклевок много. Не знаю почему. Наверное, неактивная рыба. Поэтому так плохо берет. Ну что ж, посижу еще до часу дня. И потом буду собираться домой. Может, что проклюнется сейчас с утра еще. Итак, друзья, первая утрешняя сработочка. Кто-то тут так мощно дернул. Даже бороду намотал. Ничего себе. О, кто-то есть. Кто-то есть, ребят. Неплохой такой. О, сопротивляется. Знатно. Ух ты. О, ничего ж не такой. Такой красавчик утренний первый. Вторая сработочка 11:30 дня. Ну, что-то не размотано совсем. По сработкам, конечно, маловато. Вчера тоже с утра не было сработок. И сегодня также. Чё, и нету никого. Он практически не размотал. Ударил. И всё. Да. Ну что, друзья. Вот и подходит к концу моя двухдневная рыбалка. Что могу сказать? Днем не клюет совсем. Не знаю почему. Может быть, потому что лед трещит. Погодка просто отличная. Вроде бы середина марта. Но клёва нет совсем. Что по итогу? 3 судачка удалось поймать вчера. 1 с ночи и 1 сегодня утром. Сейчас покажу улов. Вот такой вот улов. Вполне неплохие судачки. Достойные. Ну и по традиции. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока. До скорых встреч на рыбалке.